В 2013 году, в ночь на Хэллоуин, я фотографировала дым от аромапалочки в ванной. Двери у меня находились сзади, а передо мной был фон черный, из черной материи. И вот когда я фотографировала, я вдруг ясно увидела, что что-то в глаза мне как-то, ну я не знаю, брызнуло или как-то так, не знаю, как это сказать. Я отшатнулась и как бы была удивлена, но успела вот заснять это. И вот я смотрю на фотографиях, что две фотографии вышли вот такими. То есть вот на одной дверь наползает, а на другой дверь открылась. Вот это ясно и четко, в общем-то, видно. Дело все в том, что после того, как открылась вот эта дверь, у меня очень много именно на этом месте стало появляться плазмоидов. Самое большее количество именно вот здесь вот было плазмоидов. Но я считаю, что это, в общем-то, была дверь, открылась именно в какой-то портал.